Здравствуйте, дорогие друзья! На обзоре у нас монета 1 лира Израиля 1968 года. Монеты этого типа выпускались с 1967 по 80 год. Ну, разумеется, регулярный чекан. Вес 9 грамм, диаметр 27,5 мм. Гурт прерывисто рубчатый, толщина 2 мм. Монета изготовлена из мельхиора на монетном дворе Иерусалима. Тираж 3 923 061 экземпляр. Соотношение сторон медальное. Видим номинал 1, разделенный звездами. Надпись монеты. Надпись под номиналом. И год. Ну, как принято в Израиле, 1968 год. Ну, у них это по-другому идет летоисчисление. С обратной стороны видим изображение граната и герба Израиля. Год и внизу с правой стороны Израиль на английском и на иврите. Символ граната взят с древней еврейской монеты, означающей борьбу с Римом. Ну и герб Израиля. Ну, сделан, взят французский герб. Ну, стилизованный, конечно. В середине стоит минора на колонне. И обрамлена оливковыми ветвями. Это имеет глубокое значение. Ну, изображение миноры — это как символ веры Израиля. Минора стоит на остатках колонны Иерусалимского храма, который был разрушен Титом Флавием. Ну и символизирует победу веры над Израилем. Ну, тут еще много разных значений. Такая монета, друзья. Всего вам самого доброго, удачи и хорошего настроения.